дудь будет Юрий. Юрий будет дудь будет Юрий. Что самое крутое вы дарили или устраивали для своих друзей, знакомых из прошлого? С федерального бюджета выделено 5 миллиардов рублей. Это достаточно приличные деньги. Есть ли в России честные менты? Видел их, конечно, но мало. Когда ты участвовал в групповухе последний раз? Когда мне Ельцин предложил первый раз, я отказался. А что происходит, когда ты приходишь на родительское собрание? После этого сразу на 37% рождаемость там выросла. Понимаете, результат. Самое необычное место, где ты занимался сексом? Сложнее всего, кстати говоря, в Приморском крае. Вы за легализацию наркотиков? Мы должны обеспечить конкуренцию на внутреннем рынке в интересах потребителей. А как вы справляетесь со стрессом, который сопровождает? Вы бухаете. Светлое пиво или светлое будущее? Это должен определить избиратель, российский народ. Я, конечно, сам когда-то определюсь, не вижу ничего зазорного сказать, что мои предпочтения так-то и так-то сформулированы. А нет ли ощущения, что вы делаете одно и то же? Это не так. Путин красавчик? Да. Путин будет царь, царь будет Путин. Путин будет царь, царь будет Путин.